11 школ городского округа Люберцы закрыты из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди учащихся. Чтобы не отставать от учебной программы, дети занимаются дистанционно. Как проходят будни педагогов и школьников, узнала наша съемочная группа. Здравствуйте, ребятки. Подключаемся потихонечку. Несмотря на то, что школа закрыта на карантин, учитель начальных классов Белла Ширинян на своем рабочем месте. На столе все необходимое для дистанционного общения с детьми. По расписанию 4 А – урок математики. Мы работаем на учи.ру, Яндекс.Учебник. Детям удобно, в SkySmart'е мы эти тетради у нас есть, как бы они выполняют там задания, и мне очень удобно проверять, видеть их оценки и баллы, сколько они баллов набрали. Мне класс очень ответственный, поэтому они все задания выполняют. В таком режиме 27-я школа работает с 28 января. На тот момент число заболевших детей достигло почти 40%. И школьники, и педагоги оперативно перестроились на дистанционный формат обучения. Помог опыт 2020 года. Расписание, безусловно, изменилось в соответствии с санитарными правилами. Время проведения онлайн-уроков сокращены. В начальной школе это 15 минут, в средней школе это 25 минут и основная школа 20 минут. Пустые коридоры и классы наполнятся детьми 7 февраля, пока в школе готовится к очной встрече. Проводят генеральную уборку и обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами. Все вот это, что мы сейчас переживаем, оно проходит. Я надеюсь, это говорят медики, ученые, с этим омикроном. И я думаю, что а мы приведем все в какое-то соответствие, и ребята будут заниматься очно с учителем. Всего в городском округе Люберцы полностью закрыты 11 школ, а 24 частично перевели на дистанционное обучение. На карантине и дошкольные учреждения. Из-за вспышки коронавирусной инфекции более 2500 малышей не посещают детские сады. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.